Дорогие коллеги, я счастлив представить вам первые коллекции одежды сезона весна-лето 2017. И первый модный тренд, который я представляю, называется Dolce Vita. Он посвящен романтическому настроению, итальянским каникулам, солнцу и любви. Ключевым образом этой коллекции является это роскошное романтичное платье из шелковистой ткани в пол с длинным рукавом. Идеально к платью подходит ремешок и сумка с перфорацией, тоже в романтическом стиле, заканчивает образ туфли на серебряном каблуке. Для тех случаев, когда вы хотите подчеркнуть свою талию, мы специально создали эту юбку силуэта New Look фиалкового цвета. К ней идеально подходит блузка из шифона, оформленная французским орнаментом Туаль де Жуи. В гардеробе каждой модной девушки есть остро-модный бомбер. Мы его сделали эффектного ментолового цвета и из кружева. Прекрасно сочетается с темно-синими классическими брюками. Изысканное решение классического платья-футляр из эластичного джерси. Наполненный рукав подчеркивает прилегающий силуэт, а принт в стиле кружева делает его незабываемым. Эффектный ментоловый цвет и кобальтовый синий придают этому романтическому платью легкость и воздушность, потому что оно сделано из шифона. Хит сезона «Бархат» мы использовали в туфлях на комфортном каблуке. Одно из самых коммерчески успешных платьев нашей коллекции – этот образец из тонкого трикотажного джерси. Горловина оформлена романтичной качелью. Чтобы добиться совершенства, часто достаточно лаконичной вещи с какой-то изысканной деталью, как, например, в этом хлопковом топе с кружевным подзором. Взгляды восхищения привлекает этот эффектный лук из эко-кожи цвета золотистый перламутр, который декорирован кружевом. Кстати, жакет вы можете носить просто с вашими любимыми джинсами. В гардеробе каждой женщины должно быть роскошное платье из кружева с рукавом 3/4 насыщенного цвета. Идеальное сочетание туфли в тон из эко-замши на серебряном каблуке. Кружева много не бывает, и в коллекции Dolce Vita это наш самый главный женственный инструмент. Мы его использовали даже в этом плаще-тренч. Посмотрите, как оформлена кокетка. А хлопок просто персик. Ну и, конечно же, шедевром является это платье цвета фиалки Монмартра. Оно великолепно сидит, и Людмила сегодня, как всегда, великолепна.